Ну что, ребята, вы готовы к проверке новых секретов после вчерашнего обновления в Брукхейвен? Надеюсь, что да, потому что я готова, вооружена прекрасно. Для начала проверим не секретку, а вообще проверим новый спаун, потому что я вчера забыла это сделать, но очень хотела посмотреть, потому что там Вульфпак все поменял, и там теперь газончик есть. Ого, смотрите, вот так вот все это выглядит. Слушайте, интересненько Вульфпак сделал. Короче, все как обычно, ничего такого. Поэтому сейчас мы идем проверять новые секреты, ребята. Ребята, я нашла такие секреты. Точнее, как нашла? Вы, конечно же, помогли мне найти их, поэтому сегодня отчасти будут секреты с подписчиками. Поэтому давайте сейчас телепортируемся на мой канал, чтобы проверить первый секрет в новом обновлении. Я готова проверять первый секрет, который написал нам Милок Уэлл. И этот секрет мне настолько понравился, что я решила даже вот так полноценно ответить подписчику и пообещать ему, что он точно будет в сегодняшнем видео. Обещание я исполняю и показываю вам новый баг. Стана, привет, я нашел новый баг. Можно сломать лошадь. Первое, садись на лошадь. Второе, просто сделай ресет. Третье, лошадь сломалась. Погнали проверять. Давайте, мне уже просто не терпится это сделать. Мы сейчас берем лошадь, садимся на эту лошадь, а потом ресетаемся, и она должна как-то сломаться. Смотрим. Ребята, нажимаем ресет. Офигеть! Ребята, вы просто понимаете, что реально лошадь сломалась. Блин, я просто в шоке. Вы посмотрите, голова отдельно, тело отдельно, ноги пропали. Секретка работает. Милок, спасибо тебе огромное, это просто топчик. Я сейчас решила показать еще раз, чтобы точно убедиться, что секреточка работает, поэтому давайте сделаем ресет и нажимаем, ребята, ну как бы вы сами видите прекрасно, это просто топчик, новая секретка реально безумно тая, мне она очень сильно понравилась, поэтому, Милок, спасибо огромное, секретка работает, мы ее проверили, и сейчас мы ставим, конечно, новый дом, потому что он вчера у нас вышел, у нас было новое обновление, и сейчас мы будем проверять секреты в этом новом доме, а они там есть. Поэтому сейчас мы ждем, пока загрузится этот новый дом. Но это еще не все. Я нарыла там еще каких-то новых секретов, написали ребята. Поэтому их мы тоже будем проверять. Но для начала я покажу, конечно же, повторный секрет, который я нашла вчера. Я его нашла не с помощью подписчика, а нашла его сама. Поэтому я сейчас не буду никуда обращаться, а просто вот так вот прыгну в сейф. И тут мы проваливаемся, получается, за стен. И можем вот так, грубо говоря, попрыгать здесь, спрятаться, залезть под сейф, если уменьшить наш рост. Ну, короче, ребят, все как обычно, вы это видели, секретка классная, но это еще не все, секретки в этом доме точно есть, поэтому мы сейчас гоним их проверять. Итак, ребята, половина секретов, блин, тут вообще ребята не дописали, но я все равно решила их проверить, но этот дописан. Написала его Лапка. Давайте проверим, что же написала Лап. Стана, я подписана. Что-то, знаете, я этого как-то не вижу сейчас, ребята, я могу, ну, может быть, человек подписан просто с другой страницы, поэтому тоже такое возможно. Бывает, может, у человека другой аккаунт, поэтому нормально. Секретка. Зайди в новый дом, поднимись на второй этаж, и возле лестницы есть переключатель. Начни прыгать, войти в стену, и там будет секретка, как незаметно свалить из дома. Давайте проверять. Итак, зашла в новый дом, поднимаюсь на второй этаж. Тут есть переключатель. Переключатель есть. Дальше нужно что-то прыгать или что-то делать. Ого! Ребят, слушайте, секретка работает. Тут можно забагаться под крышу. Блин, это очень клево. То есть, получается, мы не именно в самой крыше, вот в основной части дома, а вот в этой маленькой части, где, получается, мы вот здесь сейчас находимся. Итак, что у нас здесь? Два отсека в этой крыше, и мы вот так вот шикарным образом забагались сюда. Блин, очень-очень круто, секретка рабочая, секретка прекрасная просто. И вот, смотрите, я вот так вот из дома, получается, вышла через, как написал человек, незаметно свалить, как написала Лапка. И это, блин, реально так, тут реально можно незаметно свалить. И получается, тут, например, даже если ты хочешь ограбить дом, ты можешь просто потом забежать вот так в стену и отсюда выпрыгнуть, и ты выпрыгиваешь просто, и все, и ты можешь выпрыгнуть из дома, даже не обязательно багаться через спальный мешок. Секретка рабочая, у нас вот такой вот секретный проходик здесь есть, поэтому, ребята, записывайте. Класс, секретка очень крутая, погнали проверять следующий секрет. Этот секрет меня заинтересовал, потому что он с новой эмоцией, которую Вульфпак только добавил. К сожалению, no name написал, Стана, лови фишку. Едь, например, в магазин одежды и становись возле входа, где надпись «Есть мини-крыша». Залезь на нее с помощью стремянки. Пройди к краю и прими новую эмоцию, вот этот KOD, и ты в воздухе лежать будешь. Погнали проверять. Слушайте, это очень-очень интересная секретка. Если это, блин, сейчас сработает, я смогу все сделать, я вообще тогда респект этому человеку, что, блин, происходит. Почему
почему я не могу поставить мотоцикл? Где он вообще? Что сейчас было? Пришлось добежать, в общем, так. Ну, давайте сейчас проверять вот эту вот необычную секретку. Очень интересно все-таки посмотреть, сработает это или нет. Тут есть, короче, мини-крыша. Поэтому мы сейчас берем стремянку, чтобы забраться, получается, в эту крышу. Я не знаю, ну, наверное, нужно поставить ее перед входом, чтобы запрыгнуть. Если вообще хоть туда можно запрыгнуть, ой, мне кажется, я как-то очень далеко поставила. Вот, наверное, вот так будет неплохо. Хорошо, давайте прыгаем вот так. Смотрите, тут реально, получается, ты встаешь вот на вот эту мини-крышу. Как написал подписчик, пока все работает. Выбираем вот этот, вот эту штуку. Получается, что дальше? А, и он сказал, типа, ты будешь в воздухе. Да! Офигеть, ребята, смотрите, секретка работает. Я не на крыше, я летаю в воздухе. Офигеть, просто. Это просто шок. Это, блин, это реально работает. Давайте еще раз. Боже, спасибо тебе большое. Это просто безумно, безумно крутой секрет. Я просто реально в шоке. Ой, я упала. Но я вишу в воздухе. Чего, блин? Я даже не на этой крыше. Ребята, я вишу в воздухе. Просто вишу в воздухе, понимаете? Вот, офигеть. Я просто сейчас, блин, в шоке. Пропала, пропала. Но это, короче, длится просто какое-то время, как я понимаю. Очень крутой секрет. Спасибо тебе, просто гигантское. К сожалению, у тебя нет ника, но секретка работает, пока все секреты новые, которые написали мои подписчики, были рабочими, поэтому я просто безумно рада и проверяю следующий секрет. Второй, это как бы следующий, это не секрет, я хочу проверить, у нас было вчера написано то, что вышло два новых пропса, но я, к сожалению, нашла только один, это автомат. Мария Юсик написала второй пропс, зайди в этот домик, и там есть новый дом, надеюсь, поняла, ну погнали проверим. Что ж, надеюсь, это сейчас сработает, будет обидно, если нет, потому что сегодня все такие удачные хаки, что не хочется ничего портить. Итак, я думаю, что это вот этот вот домик, надеюсь, может быть, я не так все поняла, ребят, пока ничего нового не вижу. Ой, да, смотрите, этого дома не было, это, короче, новая палатка. Так, Мария Юсик, спасибо тебе огромное, твой секретик, точнее, не секретик, а твоя информация о новом пропсике работает, очень-очень круто, нам добавили вот такой новый домик, прикольно, мне очень нравится, и я видела еще там что-то с могилой, поэтому давайте сейчас проверим, может быть, нам добавили новую могилу, но я вот, кстати, в этом не уверена, потому что было написано два новых пропса. Да, могил никаких нет, поэтому я это проверять не буду. В общем, ребята, что могу сказать, я просто в шоке, и еще очень много ребят написали, я конкретно какой-то комментарий не выделила, но написали много ребят, что если сделать вот так вот здесь, то есть нажать играть, я сейчас выключаю пропс, нажать играть, можно по-другому отойти от этой штуки и стать зомби, то есть зайти в новый пропс, я так понимаю, отбежать, нет, ребят, не знаю как, но я, короче, я просто знаю другой способ, то есть если, например, нажать играть, тапнуться, блин, я как-то это делала, вот, да, тапнуться, и я потом просто вот так отбегаю и бегаю как зомби, но я вчера это вам показывала, поэтому секреточки все были рабочие, ребята, спасибо вам огромное, все секретки крутые, все секретки рабочие, новые хаки просто пушка, все новые секретные места тоже просто пушка, мне безумно нравится, ребята, спасибо большое, напишите в комментариях, как вам новые секреты в новом обновлении.